осуществляет подъем по судейским перилам. Вертикально висящим. 4,5 метра подъема. С самостраховкой. Да, 4,5 метра примерно. Каждый участник? Да, каждый участник самостраховки. Приходят обе тройки на первую станцию, которая вот расположена как раз на высоте около 4-4,5-5 метров. Вот вы представляете себе два дерева, между ними укреплено бревно. То есть можно вот приходить. То есть они соединяются вместе? Да, они там, ну они условно соединяются, но все равно работать будут по... На одну сторону бревна тут будет, да? Ну да, да, то есть параллельные на одну сторону бревна, перила на другую. Но бревно есть там двойные судейские перила, то есть стоять могут хоть все 6 человек. Далее первая тройка уходит.